Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. В этом ролике вы увидите интересную подборку товаров для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео, а также не забудьте поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Съемник подшипников – устройство, которое предназначено для снятия различных деталей автомобиля – подшипников, муфт, шестерней и шкивов. Съемник представляет собой металлический стержень, к которому присоединены лапы захвата с загнутыми внутрь концами. Подвижное соединение позволяет легко и удобно изменять расстояние захвата. Лапы съемника позволяют зафиксировать и демонтировать подшипники, кольца или шестерни. В зависимости от типа привода различают механические и гидравлические съемники подшипников. Данная модель является механической и приводится в действие усилием рук пользователя. Часто владельцы автомобиля сталкиваются с ситуацией, когда негде припарковаться и приходится заграждать выезд другим авто. Избежать проблем в таких ситуациях поможет планка для номера телефона. Теперь вам не нужно искать бумагу и ручку, чтобы написать свой номер телефона. Данное устройство поможет связаться с вами в случае экстренной необходимости. Номер телефона крепится на двухсторонний скотч под лобовое стекло. Если нет необходимости оставлять свой номер телефона, нажмите на корпус, и номер будет скрыт. Провести оперативную диагностику состояния АКБ позволяет тестер Ankel BCT500 со встроенным термопринтером, выводящим все данные в печатном виде. Результат также отображается на большом дисплее с подсветкой. Оборудование может использоваться как профессионалами, так и любителями для контроля состояния аккумуляторов легковых и грузовых автомобилей различных моделей. Тестирование систем на 12 вольт и 24 вольта. Время тестирования до 3 секунд. Нет необходимости снимать аккумуляторную батарею с автомобиля. Бесконтактный контроллер открытия багажника позволяет автоматически открывать багажник вашего авто, когда ваши руки заняты. Простое устройство будет полезно для любителей активного отдыха после посещения супермаркетов и во многих иных ситуациях, когда открывать машину пультом неудобно. Сенсорный датчик устанавливается под задним бампером, подключение осуществляется к бортовой сети. Комплект поставки включает сенсор, блок управления, кабели и иные комплектующие. Обратите внимание, для установки необходим бесключевой доступ к автомобилю. Гайкорез – это хорошая и полезная штука в гараже. Часто бывает, что резьба на болте слизывается, и потом невозможно открутить гайку, так как она просто прокручивается на одном месте. На помощь придет гайкорез. Суть его действия проста, но эффективна. Он просто накидывается на нужную гайку, а затем закручивается ключом до тех пор, пока острое зубило буквально не расколет гайку на две части. Пара минут, и гайка снята. Продавец предлагает три размера гайкореза, так что вы сможете подобрать инструмент как для мелких гаек, так и для более крупных. Варежка из искусственной шерсти. Очень полезная вещь для ухода за автомобилем. Не царапает лакокрасочное покрытие, удобно работать, больше не нужны всякие тряпки и салфетки. Надеваете варежку и протираете как кузов, так и элементы салона. Шерсть качественная и плотная. Размеры варежки 15 на 24 см. Три цвета на выбор – синий, коричневый и черный. Светоотражающая наклейка предназначена для повышения заметности открытых дверей автомобиля в темное время суток. Предупреждающая наклейка клеится липкой стороной Open на торец двери. При попадании света отражение этикетки будет заметно на расстоянии более 200 метров. Водители, едущие сзади, смогут заранее увидеть открытую дверь и совершить безопасный маневр. Светоотражающий аксессуар отчетливо заметен даже в тусклом свете от автомобильных фар. Комплект поставки – 4 светоотражающие наклейки. Предлагаемая рамка подсветки номерного знака имеет встроенную камеру, позволяющую безопасно совершать маневры задним ходом. Камера защищена от влаги и пыли, угол обзора 170 градусов, диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 70 градусов по Цельсию. Для установки рамки с камерой и подсветкой не нужно сверлить дополнительные отверстия в корпусе. Комплект поставки, рамка номерного знака с подсветкой и камерой заднего вида, силовой кабель, видеокабель. Насос для откачки масла из дизельных двигателей позволяет значительно ускорить ремонтные работы. Рабочее напряжение 12 и 24 вольта, объем перекачиваемой жидкости 12 литров в минуту. Герметичный корпус изготовлен из нержавеющей стали. Обратите внимание, не используется для перекачки спирта, бензина и иных легко воспламеняющихся жидкостей. При заказе уточняйте у продавца необходимые вам характеристики изделия. Возможен выбор моделей.
Навигатор Джунсан оборудован 7-дюймовым цветным дисплеем, 8 гигабайтами памяти, поддерживает карты Navitel России, Украины, Грузии и ряда иных стран. Дополнительные опции – поддержка Bluetooth, голосовое управление, вывод дополнительной информации по инфраструктуре местности, через которую прокладывается ваш маршрут. Оптимальное приобретение для водителей дальних рейсов, путешествующих своим автомобилем. При подключении дополнительного оборудования является монитором для камеры заднего вида. Наряду со множеством разнообразных подставок, накладок, ковриков и держателей для телефона в автомобиль ярко выделяется данный универсальный держатель. Он оснащен надежным креплением для смартфона и разъемом для магнитной зарядки. Телефон устанавливается в горизонтальном положении, что удобно для навигации или просмотра видео. Благодаря магнитной зарядке вы можете просто поднять телефон и принять звонок. Разъем сам отстегнется от держателя. Неоспоримо, что в каждом гараже и в каждом автомобиле должен присутствовать хотя бы элементарный набор инструментов. Ключи разных размеров – это одна из основных составляющих таких наборов. Бренд Веконор предлагает комплект комбинированных ключей из 7 штук. Каждый ключ оснащен храповым механизмом. Размеры 8, 10, 12, 13, 15, 17 и 19 мм. Изготовлен данный комплект из хромо-ванадиевой стали. Установка электромагнитного парктроника позволит сделать вашу парковку более безопасной, снизить риски повреждения бампера и создания аварийных ситуаций. К достоинствам оборудования относят отсутствие мертвых зон, при установке парктроника не наносится вред внешнему виду авто, о расстоянии до объектов указывают звуковые сигналы разной частоты. Сенсорный датчик устанавливается с внутренней стороны бампера, комплект включает также электронный блок управления, проводку, крепежные элементы. Компактный светодиодный плафон используется для дополнительного освещения салона. В плафоне установлено 36 LED-ламп, крепление проводится при помощи пластины 4 саморезами, кнопка включения-выключения размещена в центре плафона. Для подключения используется маркированный цветной кабель длиной 12 см. Легкий монтаж, низкое энергопотребление – основные преимущества данного изделия. Набор фиксаторов газораспределительного механизма дизельных двигателей из серии ВАК объемом 1,2, 1,4, 1,9 и 2 литра. Это двигатели, которые устанавливаются на автомобили Audi, Volkswagen, Skoda. Инструмент разработан специально для двигателей с ременным приводом. В комплекте стопор коленвала, стопор распредвала, стопор ТНВД и руководство по использованию. Универсальные клещи для извлечения обломанных клипс различных креплений. Ими удобно работать, так как благодаря прорезиненным ручкам инструмент плотно лежит в руке и не выскальзывает. Длина клещей составляет 17,5 см, длина рабочей части 6 см. Рабочие концы клещей разводятся в стороны благодаря небольшой пружине. Блок предохранителей предназначен для установки 10 предохранителей и может монтироваться на легковые и грузовые автомобили, катера и иные транспортные средства. Максимальное допустимое напряжение 32 вольта, рабочее напряжение 12-24 вольта. Для более удобной работы гнезда пронумерованы, о неисправности предохранителей информирует световая индикация. Для защиты предохранителей от загрязнений блок накрывается прозрачной пластиковой крышкой, комплект поставки – один блок предохранителей. Автомобильный усилитель с поддержкой 4 каналов по 60 Вт способен удовлетворить самого требовательного меломана. Корпус алюминиевый, пластика нет. Оборудование может устанавливаться в любых транспортных средствах в качестве домашней аудиосистемы. Питание 12 вольт, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Комплект поставки включает автомобильный усилитель с поддержкой 4 колонок, крепежные винты, руководство пользователя на английском языке. Выделить свой автомобиль из потока других желает каждый водитель. Для этого производители предлагают множество разнообразных элементов для тюнинга. Разноцветные болты для крепления номерного знака являются одним из таких элементов. Широкий выбор цветов на вкус каждого водителя, изготовлены из качественного сплава металлов. Наиболее привлекающим внимание элементом автомобиля являются фары.
Для тюнинга фар производителями выпущено множество различных приспособлений. Тюнингованная оптика обновляет и стилизует внешний вид авто. Фары придают эффектность и представительность вашему автомобилю. Помимо эстетики, установка тюнинговых фар влияет на безопасность движения. Безупречный вариант для усовершенствования внешности автомобиля и улучшения освещения в условиях плохой видимости. Данная оптика является альтернативным вариантом для замены штатной с улучшением качества света. На этом все. А теперь конкурс. По традиции, разыграем 200 рублей на счет мобильного или веб-мани кошелька. Условия: поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube-канале. Все ссылки в описании.